Всем привет, с вами Вулкан. Сегодня я вам расскажу, как можно подзаработать много монеток в игре Football Online Manager 21-22. Первый способ — это видео. Нажимаете сейчас просмотр, и вам даются бесплатные монеты. Это первый способ. Второй способ — это бонусы, которые вы получаете. Нажимаете получить бонус, и вам дается плюс одна монетка. Вот. Это второй способ. Третий способ — это продажа ненужных игроков, которые завалялись в команде, например, гол. Продаете прямо сейчас. Но у вас это будут подниматься монетки, но минус, видели сами, минус 5 золотых штук, но при этом то всем плюс серебряные монеты. Вот. Следующий такой маневр — это нужно брать телефон, ну, друга можно или ну да, друга, и вы его приглашаете, и после чего, ну, получается, играет в эту игру, вы его приглашаете, и вам за это дают 50 золотых штук. Ну, в принципе, это тоже очень неплохо. К сожалению, мне некого пригласить, поэтому я думаю, вы сможете это сделать, если у вас там есть еще знакомый телефон. Вот. Следующий способ — это, ну, банальный способ — это выигрывать просто матчи. Сейчас покажу. Выигрываете просто матч. Ну или даже если проигрываете. В любом случае вы получите какую-то прибыль. Ну и последний способ — это достижение. Выполняете достижение. Почтальон отправит первое сообщение в чате. То есть это работает так. Вот, например, чтобы получить две штуки, вы приглашаете своего друга. Кстати, вы также можете пригласить его по имени, вводите его имя друга. Он вводит ваше имя тут же, вот тут же. Вы друг друга находите, ты ему просто в чате пишешь, вы ему просто в чате пишете, и после чего вам дают уже эти две штуки. Вот. Ну, также есть еще способ с промокодами, но промокоды я еще не знаю, поэтому, если буду знать, обязательно выпущу видос про это. Ну, пока как-то так, я рассказал вам все способы, которые знал. Вот, ну если вам понравилось это видео, оцените его, пожалуйста, лайком. С вами был я, Вулкаут. Всем пока.